Волейбольный клуб «Газпром Югра» в драматичной борьбе в 5 партиях уступил в гостях новоуренгойскому «Факелу». Накануне завершился 16-й тур Суперлиги. По ходу встречи ямальцы и сургутяне дважды обменялись выигранными партиями. Решение вопроса о победителе было отложено на короткий 5-й сет. Там «Факел» со старта добился двукратного перевеса – 10-5. Наша команда сумела сделать практически невозможное – сравнять счет 12-12. Ключевыми стали эпизоды с участием игрока сборной России Егора Клюки. Спортсмены нового Уренгоя одержали победу 3-2. В следующем туре 28 января «Газпром Югра» примет на своей площадке московское «Динамо».